Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня будет высказывать главный редактор телеканала РЕН Киров Юрий Шлемензон. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Очень приятно вас вновь видеть в нашей студии. Есть что обсудить сегодня. Ну, мы с вами этот вопрос неоднократно поднимали в прошлом году. Нет, давайте я начну с... А, с вашей, да, фразы, конечно. Потому что у нас сегодня много ваших серьезных вопросов. Надо соблюдать, да. Да. Все сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. Да. Именно так. Чтобы ваша редакция не потерпела никаких проблем. Нам очень приятно, когда приходят наши гости, и о нас заботятся. Да. В разных формах, конечно. Кстати, потом расскажу, что делают. Итак, Комитет Госдумы рекомендовал вернуть рекламу на кабельные каналы. И я вот... Я вот сегодня прочитал еще более важную новость, что один из комитетов Госдумы решил вернуть курение в определенных местах. Вот это для меня более важный момент. Да, это мы тоже обсудим с вами. Кстати, я сегодня с любопытством услышала все это. Любопытно мне было послушать. Я понимаю, для чего это сделано. Собственно, никто не скрывает. Но давайте про курение после того, как поговорим о рекламе на телевизионные каналы. Правда, на кабельные каналы именно. Да, мы знаем, какая была трагедия с кабельными каналами. Да, которая не имеет эфирного вещания. Да, да, да. Мы это обсуждали здесь, в этой студии неоднократно. И мы видели историю, как закрываются региональные кабельные каналы из-за того, что не могут размещать рекламу. И вот теперь, не знаю, как это назвать, каким словом, одумались или нашли что-то новое. Ну, это называется, внесли поправки. Закон о запрете рекламы, не имеющих эфирного вещания, он сохраняется на самом деле. Да. Угу. Такая поправка, которая позволяет имеющих контент российского производства, только российского производства, 100%, при том, потому что там приводили цифры и 50, и 60, но, как говорят наши мудрые депутаты, невозможно проконтролировать это дело, хотя сейчас при помощи интернета можно контролировать все и вся. Теперь исключительно российский контент. Это значит, все, что можно, программы, новости, фильмы должны быть исключительно клипы, российские, о России и с российскими действующими лицами. Нет, ну лица могут быть и другие, конечно. Ну, о России. Все это должно быть здесь произведено. Ну, надо понимать, что вот все региональщики, которые рынулись в кабель, это было сделано с тем, что существовало негласное такое понимание, что в третий мультиплекс могут попасть каналы, которые вещают имеют собственное программирование. Вот. Это, говорит, программирование и контент как бы разные вещи, да? Собственное программирование. И тогда передовики телевизионного бизнеса рынулись в эту авантюру, считая, что это даст им возможность попасть в третий мультиплекс, которого, как я и говорил, его перспектива далекая, радужная, такая она. Да. Практически отсутствующая. Так же далека, как и радуга. Да. И достижима также. И второй мультиплекс, который по стране непонятно, когда вообще появится. Давайте еще скажем слушателям, напомним, что такое мультиплекс. Мультиплекс — это такая величина, по которой разбились телевизионные каналы, дающие возможность вещать от Калининграда до Владивостока на всей территории Российской Федерации. Ну, как я и говорил, ставится вопрос о том, чтобы было муниципальное цифровое вещание. То есть вещание, которое покрывает определенный муниципальный орган, да, там область, город и так далее. Но этот вопрос более тяжелый, потому что это стоит не так дорого. Это смогут позволить практически все телевизионные компании, которые работают на рынке. И тогда вот эти контролирующие все вещи, они очень сильно снижаются, что, как я в моем понимании, сейчас не интересует наше правительство. И поэтому это тоже такая радужная далекая перспектива, потому что все себе станут командирами, что не есть хорошо. И проблема регионального телевидения, она возрастет. И поэтому я тоже думаю, что это, хотя эти занимаются и будут заниматься, но это еще тоже такая перспектива радужная. Вот во-первых, полностью снят запрет по отключению при аналоговом вещании. То есть вот если вы хотите вещать, и у вас есть что вещать, то вещайте, пока вам, сколько вам заблагорассудится. То есть этот период тоже изменился, и он
так, чтобы было конкретно сказано, вы там 15-19 отключаете, сейчас уже такого понимания нет. Единственное, что мы должны мы к ним не относимся, это районы, которые близлежащие границы, там, согласно Женевской конвенции, должны были перейти на цифровое вещание. Ну, два вопроса таких вот конкретных, которые я хочу задать. Сейчас с этими поправками, которые, да, вводятся, значит ли это, что региональные телеканалы задышат легко, и они смогут... Ну, в существующей экономической ситуации, что ты получил это разрешение... Это мертвому припарку? Да, это по большому счету, да. Мертвому Потому припарку. Что рынок рекламы сужается, и до какого предела он сузится, или до цены, новой цены на нефть, или еще чего-то хуже. Но то ситуация 2008-2009 года была более радужная и понятная, чем то, что ожидает весь рынок телевизионный ближайших, я понимаю, там, 3-5 лет. Хорошо, те, что остались, те, что вот сейчас не закрылись, они воспользуются этим? Они станут переходить на формат транслирования национальной продукции? Потому что документ же вводят... Ну, во-первых, ее надо создавать. Если потребители такого контента становится больше, то, соответственно, возрастает цена этого контента. Если раньше на рынках можно было купить за определенную сумму денег, то при спросе, если он возникнет, и эти компании смогут в реалиях рынка существовать, то цена контента возрастет. Или надо производить самим его. Самим производить — это тоже определенные затраты, ну, немалые затраты. Поэтому те компании, которые уже как бы... производили, я знаю ряд компаний российских, которые, ну, телевизионных, региональных, которые производили, работали реально практически, там, кроме музыки, может, полностью на своем контенте, они будут. Но надо сказать, что и в тот период, когда реклама была разрешена, кабельные каналы в ноль даже не выходили. Не выходили. Ну, тех, которых я знаю, может, есть какие-то уникальные каналы, которые зарабатывали деньги или рассказывали о том, что они зарабатывают деньги. Да? Но я знаю такой мощный канал «Эфир», который вещает на всей территории Татарии. У него минус был, по крайней мере, до ноября прошлого года минус 800 тысяч каждый месяц. Ну, у других каналов, которые не так качественно вещали, ну, наверное, цифры были поменьше, там, 200, 300, 500. А вот что касается все-таки про этот национальный, про этот самый национальный продукт, да, как следует из текста законопроекта, под понятие национального продукта подпадает контент. Ну, это новое понятие вообще, да. Где иностранные инвестиции... Не могут превышать 50%. 50% в производстве. Вот вы говорите, что на каналах региональных, ну, музыка иностранная была, в основном остальное был наш там контент. Ну, нет, покупали... Фильмы, музыка. Нет, мы покупали там программы научные, ознакомительные, это, да, природы. Хорошо. И притом прекрасные программы, эти, да, хорошего качества, да. Ну, а и что теперь? Видать... Нет, вот что теперь мне просто интересно с музыкой, там понятно. Ну вот есть же русское радио. Значит, будет русское радио, все кабельные каналы будут русское радио. Ну, будет шансон, будет еще что-то. Ага. Ну, я имею в виду формат такой. Зачем тогда вот это все? Ну, это мудрые депутаты, они только это знают. Я не понимаю всех. То есть вы не видите здесь никакого совершенно эффективного. Ну, наверное, считаю, что это позволит группе производителей. Производителям выгодно. Контента. Да? Так. Расширить производство при стагнирующем рынке, что появится некий спрос. Ну, во-первых, у больших каналов есть огромные библиотеки. Так. Собственного контента, да, они будут, соответственно, как и сейчас, более активно его продавать. И опять эта группа людей, которые практически монополизировали телевизионный рынок, как и реклама, так и производство, опять заработают деньги. Вот и все. Ну, и будут уникальные. Есть же у нас уникальные станции, которые там делают собственный продукт полностью. Ну, вот они, значит, будут больше его делать. Не факт, что их не могут отключить. У нас есть пример компании с собственным контентом. Да, про девятку вы сейчас говорите. Нет, я говорю про Томск-2, например. Про Томск-2, который, да. Их отключили и отключили. Ну, там другая история немножко. Хорошо. Ну, это та история, которую может ожидать любой наш канал. Да. Посмотрим, кто воспользуется этими новыми поправками. Якунин предложил вернуть места для курения в поезда дальнего следования. Глава РЖД считает, что полный запрет курения в поездах дальнего следования создает проблему. И не он один так считает. Да, я тоже так считаю. И вы тоже так считаете. И вообще многие так считают, особенно в свете того, что нам предстоит чемпионат мира по футболу. Ну, я думаю, что чемпионат мира по футболу — это такой же повод, как сослаться на происки буржуев в падении нашей экономики.
просто реалии есть реалии. Если ты вот ездишь по миру и перемещаешься, и в каждом аэропорту мира есть комнаты для курения, и да, создает там, к ним надо пройти там не 5 метров, а 55 метров, да, но они существуют, и там есть вентиляция. Там, а у нас, кстати, есть? У нас такие комнаты все есть, у нас появились. Перед, как раз вот перед вступлением закона в силу они появились, даже в Домодедово, наконец-то, где было там в страшных подвалах эти курилки, все появилось, их опечатали. И они стоят, ждут того радужного часа 2018 года, когда их снова откроют. То есть у нас есть такие курительные помещения. Они оборудовались, наконец-то, наши аэропорты. Подождите, опечатаны, они закрыты, что ли? Они закрыты, да. А когда же? А зачем их делали тогда? Нет, тогда их делали, когда закон не препятствовал. Просто все правильно было, чтобы нигде попало курили. Там, по туалетам или по всяким задворкам люди. Сделали курительные комнаты в здании, внутри здания аэропорта. И они функционировали с вентиляцией, там, со всеми прилагающимися. Так, а потом вышел закон запрещающий. С 1 июля 2014 года. Так. Их опломбировали. Нет, сначала они еще работали, потом поступили ряд жалоб от контролирующих органов. Их закрыли на ключики, они стоят. Я вот этот момент как-то упустила. Даже магазины их не разместили, они вот как бы стояли, так и стоят. Ну, народ просто перешел курить. Куда? На улицу? Тут, конечно. В туалеты? Это российские... В туалеты? В туалеты, конечно. Серьезно? Перешли. Ужас какой. Да. Это не очень приятно, когда ты заходишь в туалетную комнату, а там... И что вы думаете? Посмотрите, как быстро развиваются события. Так у нас и алкоголь подешевел, вот как-то так. Так. Мы же боролись. Ну. Правильно боролись. Цены повышали. Все как-то противоречиво у меня сейчас в голове. У меня только что сложилось впечатление, что у нас алкоголь подорожал, и вы мне тут говорите, что он подешевел. Нет, его официально снижено на 15%. У нас 1 февраля, когда будет цена, минимальная цена с 210. Вы про водку говорите сейчас. Ну да, про водку. Про водку, а не про весь алкоголь. А вы не пьете буржуйский алкоголь? Есть, надо быть патриотом, пить. Давайте вернемся к курению. Там и... Давайте вернемся к курению. Когда ожидать следующих мер? То есть вот последовало заявление Якунина, его поддерживают. Да? То есть когда распечатают специальные места для курения, и вообще только ли тамбурами ограничится разрешение на курение? Я думаю, или вообще все шлюзы откроются? Да нет, я думаю, что некие ограничения должны существовать, вот, которые касались там подъездов, да, детских площадок. Вот я двумя руками за эти пункты закона, которые препятствуют курению в таких местах. А вот места, которые бы выделялись там в барах и ресторанах, зоны курения и не курения, как сделано, об этом во тоже всем, говорят. Да, во всем мире так и вернуться. Сделано. Если понятно, что если ты выходишь в какой-нибудь буржуйской, там, европейской стране, даже зимой, и там всего лишь минус там, 2-5 градусов, и ты спокойно покурил. Притом там есть, стоят столики, стоят пепельницы, стоят урны. Не в 20 метрах от входа, а прямо у входа. То это как-то еще можно. А когда у нас выходишь на 25-градусные морозы, тебе иногда даже плед предлагают для этого делать. Это все равно некомфортно, да? Но вот я... Надо разделить зоны для курящих и некурящих, и все проблемы снимаются этим. Даже вот в Германии, которая там страшно боролась с курением, да, в Гамбурге разрешили в барах курить. Ну, также по зонам. Ну вот смотрите, да, вот буквально сегодняшнее сообщение. А уже... на открытом воздухе везде запрещено, разрешено. Везде СМИ опубликовали его. Депутат от партии «Справедливая Россия» Андрей Крутов, он подготовил поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и так далее, который разрешает курение в барах, поездах дальнего следования в течение всего 2018 года. Когда будет проходить чемпионат мира по футболу, я вам об этом говорила. То есть разрешите в барах, и все, но только к чемпионату мира. Да. Чтобы не сбивать, ведь у нас же много людей незаконопослушных, а иностранцев, увидев курящих там в тамбуре или рядом в кафе людей, которые курят, неправильно это воспримут, начнут тоже курить, они же такие же. Распущенный же народ. Ну так и все-таки, только в 2018 году, или вы предвидите, что это будет уже в этом, или в следующем, например? Вот отсутствие возможности курения в кофейнях там, и так далее, она все равно по... предлагающим услугу ударило сильно, и падение оно реальное произошло, и притом не маленькое, там одни оценивают 10%, другие до 30%, да, и то есть состояние экономики, которое у нас уже есть и ждет, я думаю, что вменяемость, которая присутствует в других государствах, должна и у нас присутствовать.
Угу. Все же. То есть, может быть, до 2018 года мы дождемся этого? Я думаю, что может и раньше произойдет. Значительно раньше. Да. Значительно раньше. Давайте поговорим про мат. Ну, то, что с поездами, я думаю, что это раньше. Да, точно, про мат. Раз уж курить разрешают, то, может быть, и материться тоже. Бондарчук и Михалков попросили Медведева, Дмитрия Анатольевича, вернуть мат в кино. Нецензурная брань является частью культурного наследия. Не только Бондарчук с Михалковым подписали. Материального культурного наследия, как они выразились. Да, Олег Табаков, Владимир Хотиненко, да много кто. И обсуждают последние несколько дней эту тему очень активно. Кто-то категорически говорит, что да, это культура, на этом языке разговаривает наш народ, и многие в произведениях присутствуют. Ну, я хочу сказать, что культуру России знают не по мату, так на самом-то деле. Так, ваше мнение, это мое пожалуйста. Мнение. Я не сторонник, на самом деле. Я не люблю мат. Я не ханжа, конечно, я его слышал и иногда тоже употребляю, когда молотком попадаешь не туда, куда надо, да? Но то, что это даст, подчеркнет достоинство литературного там, или другого художественного произведения. Ведь дело ведь не в самом мате. Дело в том, что не давали прокатное удостоверение. Вот из-за чего весь сыр-бор, да? И если есть ограничения по прокату, там, возрастные или на платных каналах, то человек волен себе выбирать. Это ему надо, это или мат, или порнография, ну, то, что кого что интересует, да, то он себе выбирает это, но ограничения о том, что были, я сторонник этого ограничения, я не воспринимаю вот людей, которые, когда спрашиваешь, вот я когда раньше еще имел собак, спрашиваю молодежь, которую я часто на улицах все время ходил с собакой ходить, я говорю, вот вы в связи с чем материтесь? Да мы не материмся, мы разговариваем. То есть они вообще не понимали, вот так привыкли, вот где-то рядом говорили, начали садика где-то там слышать и так далее. То есть они не воспринимали мат как мат, они такая, между слов, связка слов, как они то есть вот это как раз отражает то, что понятно, говорят, что наш народ наши говорит на мат. Поэты, да, писатели тоже употребляли мат. Но это было в виде шутки, да, или там подразнить массы, да, но это было не целью именно вклинить этот мат для понимания действия, да? Под этим письмом бы вы не подписались. Рядом с Михалковым свою подпись бы не поставили. Да я просто с Михалковым бы не подписался, по другим письмам я подписался. Уже два фактора. Да. Так. Нет, не надо возвращать. Или все-таки сделать что-то типа 18 плюс? Я хочу, чтобы это было с ограничением. Да, 18 например. Плюс или там платный канал. Угу. То есть должны быть ограничения. Не должен ребенок там или молодой человек слышать. Во-первых, его не будет так много. Да, если вы, кто-то смотрит в оригинале американские боевики, да, он его тоже слышит там постоянно. Ну, другой интерпретации, потому что такого понятия, как русский мат, его нигде не существует, да. Но как бы мат национальный в любой стране, он как бы все равно присутствует. Просто разные понимания этого мата. Но то, чтобы на публике разговаривать, мне это претит, я очень... И все-таки вот этот запрет, который существовал какое-то время, до сих пор существует, он способствовал тому, что мат из жизни простого человека, российского, ну, я там, думаю, стал уходить или меньше его стало? Совершенно это никак не влияло, не повлияло. Никак не повлияло? Нет, мне кажется, не повлияло. А почему Юрий Львович стали разговаривать так много на мате до такой степени, что вот ваш пример, вы его привели, и я тоже наблюдаю на улицах, что молодые люди уже не распознают, где да. обычная речь, вот а где нецензурная. Я тоже задавался этим вопросом, но полного понимания в этом нет. Или, наверное, такого, ну, был период жизни очень такой хороший, там, 90-е годы, что об этом без этих слов вспоминать нельзя было, да? А дети в это время росли и, наверное, постоянно слышали от своих родителей, там, или от дедушек с бабушек о хорошей жизни на нашей территории. Потом, как бы, года пошли уже другие, да? Но некий уровень культуры, он все равно, в моем понимании, снизился. Хотя имеется сейчас больше доступа там, к чтению, да, к интернету, который позволяет много чего, чего мы себе в свои годы не могли позволить, почитать, там, найти. Но читать стали меньше, все стали смотреть этот зомбоящик больше. Ну, про библиотеки я вообще не буду говорить, это такая штука. Ну, они сейчас и не нужны, в принципе, все в интернете есть. Кто... Ну уж, прям, тут вот такие слова произносите, библиотеки не нужны. Нет, я говорю в том понимании, что читать можно и из других источников эти же произведения. С целью почитать не обязательно идти в библиотеку. Не обязательно идти в библиотеку, хотя есть места, где приходится только в библиотеку, хотя их там как раз, и вот их почему-то закрывают в малых населенных пунктах, ну, такая минимизация.
эффективные же менеджеры работают. Они начали с библиотек, потом занялись медициной. Ну, у них еще широкий фронт работы, я думаю, что эффективные менеджеры много еще чем займутся. Страна-то небольшая, есть чем заняться. То есть... Не знаем мы почему. Можно гадать по поводу... Наверное, это хорошая жизнь. Но вот на самом деле, ну, смотрите, то есть должна же быть какая-то пропаганда в любом случае. Вот если не устраивает, что молодежь разговаривает на улице матом, то очевидно, что нужно какие-то действия для этого предпринимать. Что для этого должно быть предпринято? Большой вопрос. Это так же, как сейчас обсуждают фильм «Левиафан» Звягинцева? Я никто не видел. А все уже посмотрели, да. На самом деле, у нас митингуют против карикатур на всех остальных и про это тоже, пророков, да? И которых глаза никто не видел. Но давайте все равно, давайте про фильм Звягинцева, да, когда говорят, что ну плохо, нельзя показывать народу, как мы живем, вот есть это, нет, это не должен быть фильм пессимистичным, с плохим концом. Хорошо, а когда мы смотрим эти милицейские боевики на НТВ, да? Так. Они что, чем-то сильно от Левиафана отличаются? Угу. А почему тогда поднялся весь этот шум? Ну, я думаю, весь шум поднялся, потому что... И кто, главное, его поднимает? Те, которые не получили в свое время, Оскара не получили или еще чего-то. Коллеги, конкуренты. Коллеги. Коллеги провоцируют все это, вы считаете, что касается фильма, коллеги? Коллеги, да. Это просто зависть и ревность. Ну, еще есть у нас великий министр культуры, может, ему это что-то и министр культуры, может быть, как-то недоволен этим делом. Конечно. Хорошо. Без него сделали фильм, это неправильно. То есть вы не считаете, что это такое вот народное возмущение, что мы можем все обсуждать, которые никто ничего не видел. А мы же уже начали обсуждать. Ну, хорошо, хоть демонстрации нет по этому поводу, хотя в отдельных Саратовской области... А вы сами фильм посмотрели? Области... Нет, я еще не смотрел. Не посмотрели? Нет. И не знаете, о чем там речь идет? Нет, я представление имею, я читал аннотации к этому фильму, но самому не удалось посмотреть. Ну, тогда обсуждать-то, собственно, нечего, раз не посмотрели. Нет. Давайте тогда к карикатурам. За последние 2 дня, это вчерашнее сообщение... Карикатуры я видел, вот это я могу сказать вот, точно. Вот, да. Смотрите, за последние 2 дня мы сейчас начнем, после перерыва продолжим. Это вчерашнее сообщение. Я смотрю на сайте «Ведомостей». Роскомнадзор вынес 4 предупреждения СМИ за публикацию религиозных карикатур. Предупреждения получили, там перечисляются, какие, соответственно, СМИ. И в понедельник предупреждение получил еще даже казахстанский портал «Республика». Зарегистрирован на территории России, поэтому Роскомнадзор говорит... Что, товарищи, все получили ведь предупреждение Роскомнадзора. Вы тоже, наверное, Юрий Львович, получили эту бумагу. И мы получили. Наверное, каждая СМИ, каждая СМИ региональная получила эту бумагу. Разъяснили. Без запрета, а с разъяснениями и предупреждениями. Там не было прямого запрета в этом письме. Нет, конечно. Вот, конечно, не было. Роскомнадзор говорит следующее. Мне понравилось, я хочу процитировать. Роскомнадзор ведь не кот Леопольд. Мы не собираемся повторять много раз одно и то же. Ребята, давайте сделаем так, чтобы все конфессии в нашей многонациональной стране жили дружно. То есть вот сколько можно повторять, мы вам один раз сказали, разъяснили, вы должны это принять, эту очевидность, и делать так, как мы вам говорим. Вот ко всей этой истории ваше отношение хотелось бы мне услышать. Ну, я считаю, что высмеивать символы веры, там, различные конфекции, это неправильно. Я вот не сторонник этих карикатур, которые касаются религиозных тем. И я бы, если бы имел печатное издание, вот лично бы я... Не то, что я боюсь это сделать, мне это самому претит. Это не мое. Я считаю это неверным. То, что касается там различных религиозных конфессий, использовать карикатуры... Ну, это мое мнение. Но это не значит, что это нельзя делать совсем. Но я считаю, что вот лично это... Я бы не стал это делать, например, да. Мне другое, что там у нас вышли на митинг там миллионы, ну, сотни тысяч мусульман, которые в глаза не видели этой карикатуры, понятно что, и они возмущались действиями, там, которые произошли во Франции. Притом угрожали тем, которые не принимают религию, на русском языке, да. Ну, то есть как бы угроза всему населению Российской Федерации, которая говорит о русском языке, который не относится к мусульманам. Да? Есть же у нас люди, которые вообще никакой конфессии не относят к себе, да, они вообще в Бога не верят. И поэтому вот этот вызов, который там произошел, мне он совершенно непонятен. Да, у нас есть республики, в которых так, религия превалирует, будем говорить, мусульманская, да, там 70% населения, 80%, где-то, как в Чечне, там 96 или 98%, да, процентов.
Но когда люди выходят и протестуют против того, чего они вообще в глаза не видели, мне это непонятно. Я считаю это неправильно. Мы сейчас прервемся на 2 минуты и продолжим с этой же темой. У меня есть еще пара вопросов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает главный редактор телеканала РЕН Киров Юрий Шлемензон. Юрий Львович, мы с вами остановились на истории с Шарли. Даже не скорее мы не ее разбираем, не эти публикации, не эти карикатуры. А дошли уже мы до темы, что последовало за этим. Да? Выход демонстрации, западной демонстрации в поддержку, собственно говоря, Шарли и западных ценностей, коротко так обозначается это, и ответная демонстрация против, в том числе и та, которая состоялась в Чечне, когда там 90%, около 90% всего населения, если это было население Чечни, вышло на огромные, на огромную демонстрацию. Ну, вот я на самом деле много чего читала, высказывания есть разные, противоположные по этому поводу. Одно из них, один из анализов привел лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Он обращает внимание на то, что все-таки в России примерно в 3 раза больше мусульман, чем во Франции. Да. И по данным переписи 2002 года они составили большинство населения в 7 субъектов Российской Федерации. Это весь Северокавказский округ. Да. Ну и Башкирия, и Татарстан. Татарстан еще, там тоже. Конечно, более по 54%. И он опасается, что в этой связи тут у нас с французами сравнивать нечего. Мы в ситуации вот такой межконфессиональных конфликтов окажемся гораздо более худшей положении, чем та же Франция. Могут принять участие в этом деле. Он предполагает, что камешек-то брошен не в сторону Франции и не в сторону западного мира. А вот такие круги, далеко идущие перспектива в нашу сторону как раз, что очень страшно, если это все дойдет до нас. И вот об этом нужно думать в первую очередь. Наверное, вы да. Согласны. Есть что-то с этим, да. Вы согласны с этим, да? Мы же понимаем, что вот этот теракт, который произошел во Франции, это теракт именно не против самой редакции, ну, конечно, против самой редакции, но это был один из поводов, чтобы поднять движение, мусульманское движение, привлечь новых волонтеров в ИГИЛ, uh-huh. там, или в другие uh-huh. эти террористические группы, uh-huh. чтобы поднять вот внимание и создать некие антимусульманские настроения. Ну, что они там, французы, я думаю, что они там сами разберутся. Да, конечно. Мы можем это обсуждать или нет, они будут принимать решения. Они свои решения приняли, и выходы их на улицу вместе со своими главами это показали. Все там международные каналы, один из которых у нас в свободном доступе, там Евроньюз, они все эти дни без конца транслировали новости из разных частей мира по этому поводу. Что касается Роспотребнадзора и региональных каналов, мне кажется, что Роспотребнадзору особо и писать-то нечего было, ну, с да, предупреждением. Это такое тишина, на наших, тишина была в наших СМИ, она абсолютная. Совершенно. При том, что я не вижу даже у коллег интереса к тому, чтобы вообще это даже как-то обсуждать, ну, и переносить на нашу, да, почву. Они, по крайней мере, такие краткосрочные и там не слишком эмоциональные. А почему вы считаете, Юрий Львович, так происходит? Ну, потому что проблемы европейской толерантности к религиям, они не так, видать, сильны и актуальны на территории Российской Федерации. Угу. У нас мусульманские движения, которые идут в противоречие с конфессиями мусульманскими, существующими на территории России, не так велик, этих фанатиков все же у нас угу. количество, там, если сравнивать Йемен, там, Ирак, Иран и так далее, намного меньше, ну, несоизмеримо меньше, да, и в этом отношении власть находит возможность управлять этим процессом, и, скорее всего, нет той большой опасности, которая существует в других странах. И поэтому информационная волна по этому поводу, она такая... Она существует, но не так активно, угу. как в других государствах.
Ну, я вот разговаривала, я жду тоже на интервью Муся, нашего Зуфара Хазрата. Он готов был прийти и все рассказать, приболел, к сожалению. Сейчас мы его ждем. Он, в принципе, готов был комментировать любые вот эти вот новости и сообщения. Я поговорила с мусульманами, у нас тоже в холдинге есть. Они говорят, что у нас в мечетях существует такой негласный запрет на обсуждение политических вещей вообще в принципе. Поэтому всю эту историю с Шарли и с выходами в Чечне на демонстрации, в общем, обсуждают, но где-то вне самих храмов. Вот это что? Ну, мне это кажется, правильно. Это очень грамотная это такая очень политика. Правда? Да. А как вы считаете, вообще должна присутствовать? Я не знаю, вы ведь человек нерелигиозный? Нет. Но мы можем ведь, по крайней мере, на эту тему порассуждать. Как вы считаете, вот должны ли присутствовать в храмах, например, на проповедях вот эти все истории? И должны ли как-то сейчас служители церкви об этом говорить в своей пастве? Нет, во-первых, в своей пастве можно говорить все, на самом деле. Да? Если человек, который говорит, понимает те процессы, которые происходят, и он разъясняет своей пастве о том, что произошло, ничего в этом плохого нет. Вообще любое разъяснение, если оно в рамках вменяемости проходит, да, то это совсем это даже хорошо. У нас, к сожалению, церковь, насколько я знаю, не всегда все разъясняет, что происходит там, в регионе, там, в стране и так далее, и тому подобное. Они как-то так уходят часто от этих тем. Да. А кто будет этот уровень? Сейчас ведь то, что мы говорим людям в своей пастве, это то же самое, что можно говорить про наших слушателей, телезрителей и так далее. Ну да, конечно. Кто у эту нас, степень... У радиостанции «Эхо Москвы» своя паства да, есть. У вас своя. Кто эту степень вменяемости будет определять? Я к чему клоню? Может, действительно лучший способ просто запретить в таких опасных вещах вообще говорить об этом? Нет, вообще все запрещать – это плохо. Я сторонник всех запретов, на самом деле. Если это не выходит за какие-то рамки разумности. Чем больше запрещаешь, тем больше это потом прорыв он такой, более сложный. Да? А если это идет в текущем режиме и разъясняется, что и что, то в этом ничего плохого нет. И в данных случаях тоже, во всех этих сложных ситуациях обязательно нужно говорить об этом. Конечно. Замалчивание – это тоже плохо. Плохо. Да, не надо раздувать, но и замалчивать тоже не да. Поэтому мне непонятно, вот, что произошло там, в Грозном, и кто там всех так просветил, что все... Кто, глава, лидер, ну, наверное, вождь. Так, да. Вождь. Ну, это... Было понятно, что это показательный террористический акт, да? И он происходит не один раз в году, да, во всем мире. Такие показательные. То в Мумбаи было, взрывали, то там еще где-то. И же происходит не так много для того, чтобы обратить на себя внимание. Да. Юрий Львович, я вот что, у нас остается буквально немного времени. Я знаю, что вы все-таки были в отпуске, это по вам видно очень хорошо. И наши зрители, кто сейчас смотрит трансляцию, видеотрансляцию на нашем сайте, тоже это, скорее всего, отметили. Как там? Вы в Азии были? Да. Мы каждому человеку в последнее время задаем такой вопрос. Как там отношение к русским? В Таиланде, например, встречаюсь с большим радушием русских, потому что других туристов практически нет. И цены внутренние в Таиланде туда долететь немножко дороговато по нынешнему курсу. Да, мы все покупали билеты заранее, поэтому долетели успешно. Да, а внутренние цены там достаточно низкие. Везде надписи на русском языке. А как там баты ведь, да? Да, баты. Они да. сейчас, они раньше были один к одному, рубль и бат. Да, сейчас, чуть, ну, соответственно... Два к одному? Ну да, где-то с половинкой. Так, 2,5 к 1. Да. Это для тех, кто отправляется в Таиланд. У нас даже, есть где-то, даже сейчас, кажется, 1 к 3, кажется. Так, даже 1 к 3. Но русских любят и ждут по-прежнему. Да, там ждут, меню везде, надписи. В Малайзии на нас вообще не обращает никто внимания. Там их немного русских, да. На Бали тоже было заметно, что много... Я просто не отдыхал, так ездил. Там тоже в основном туристов много из России, хотя есть и другие туристы. Но количество... Вот заметно, что в дорогих отелях, где там проходишь, русской речи намного больше, чем... другой речи. Ну, потому что вымылся эконом-сегмент-то практически весь вымыт. Ну, Азия сейчас дешевле, чем Европа, поэтому понятно, что весь тренд, как и говорилось, он пошел в сторону Азии, и туристов из России больше в Азии, чем в европейской части, чем в Европе, понятно, да.
В отношении, ну, я не знаю, в чем оно выражается, но, по крайней мере, в новостях, вот я смотрел, когда бывал там, каналов 5-6, ну, а Россия вот за те две недели, где я был в отпуске, я один раз упоминание такое, короткое вообще упоминание. А в Европе? Ну, в Европе, ну, вы как раз видите, эти были события. В это Париже, все показывали, да? Это все показывали, да, притом очень интенсивно, многократно. Ну, то есть, как бы это были основные новости. Ну, показывали, как ловят, поднимают обломки малазийского Боинга, да, это была такая одна из новостей, ну, не топовых, но часто показываемых. Обсуждения, там, эксперты, ну, так далее, подобное. А о России практически не было информации. Есть... Ну, кроме того, что, ну, иногда показывали там курс рубля на Блумберге. Ну, и то это так эпизодически было. А как вам вообще из отпуска? Ну, у нас стремительно ситуация-то развивается за последний год. Просто, кажется, закроешь глаза, откроешь, и уже там в другой стороне проснешься. Да я уже как-то свыкся, похоже, с этим. Если раньше я как-то очень напрягала мне все это дело, то сейчас я как-то спокойнее к этому стал относиться. Я предполагал, что будет плохо, и очень плохо. И своим коллегам и друзьям еще в 2013 году осенью говорил, что будет очень нехорошо. Не все в это верили, но кто поверил, кое-что на этом даже заработал. Поэтому как бы морально я был подготовлен. Хотя очень плохо, что не понимаю, что надо сделать, чтобы улучшить. Вот с этим очень сложно. Вот. Да. Кто нам должен какие дать антикризисные это меры принять? Ну вот меня порадовало, что «Опора России» составила свой план как бы преодоления кризисных вопросов, притом отнеслась серьезно. Очень было необычно увидеть о просьбе, о требовании продажи 50% экспортной выручки от экспортеров. Угу. Ну что, наверное, не порадует определенный круг лиц, которые сидят на этой валюте и не знают, что с ними делать дальше. Ну, по крайней мере, то, что бизнес просто не просто сложил ручки, а... Что-то делает? Да, может, он еще и потребует даже. Потому что та программа, которую правительство формирует, там, да, там деньги будут давать, эти триллионы, но как-то о жизни бизнеса никто там особо не заботится из тех коротких информаций, которые мы имеем, незаметно, по крайней мере. Ну, какой-то позитив все равно есть. Я все хотела, чтобы мы все-таки на позитивной ноте закончили. Да, ну, слава богу, опора России. Да. Да, опора России что-то делает. Ну, можно вспомнить слова Черчилля по этому поводу. Да? Если бы на долю другого народа выпали такие испытания, то он бы прекратил бы свое существование. Мы же работаем, живем. И живем. Да, да, Юрий Шлемензон, главный редактор телеканала РЕН Киров. Спасибо большое. Встретимся еще в этой студии. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.